дает наставление. Хатинос в черных трусах с красными лампасами. Бен Эдвардс, Австралия, в черных трусах, без красных лампасов. Рауль Катинос. Слоу-кика начинает Катинос. И это верно, потому что могучий Эдвардс способен приблизиться и достать рукой. И тут может защита не помочь. Поэтому лучше издалека остужать горячего австралийца. Однако, 117 килограммов вес, но посмотрите, какой хайкик. Легкий, непринужденный, словно Эдвардс танцевал в балете «Щелкунчик». Действительно, с балетной непринужденностью, элегантностью Эдвардс может выстегнуть так, что... И вновь колено пошло в ход. Нога как плетка. При таком весе, при таком росте, напомню, 1,92 м рост Эдвардса. Конечно, это грозная сила. Да, ко всему прочему, еще базовая техника бокс у Эдвардса. Неплохое начало для Эдвардса, но мы знаем, что Катинос обладает очень эксплозивной такой способностью. Легко воспламеняется, а еще легче взрывается. И не нужен ему никакой капсуль-детонатор. Достаточно его слегка побеспокоить, немножко потрясти, и тут же следует мощнейший взрыв. Это мы видели не раз. С медвежьим ревом Эдвардс сгребает своего соперника. И действительно, словно медведь лапищей пробивает. Но Катинос держит защиту. Хотя напропускал уже и по голове, и по туловищу, и в ногу. По всем этажам прошелся Бен Эдвардс. Разносторонний боксер Эдвардс. Кто-то говорит, что австралийцы антиподы, ходят вниз головой. Эдвардс сам любого вниз головой опрокинет. Однако вот правое подреберье, правый бок у Эдвардса покраснел. И здорово. Херинг пытается сейчас немножко Катиноса вразумить и успокоить. Перчатка на месте была у австралийца. Вот они, удары Катиноса. Отпечатались такими стигматами на теле Эдвардса. Это знак любви к боксу. Больно, может быть, неэстетично, но зато очень искренне, натурально и по-честному, по-мужски. Второй раунд. И вновь Эдвардс в атаке. Колено, рука. Просвистела перчатка. Катинос не сдается без боя. Хотя его положение незавидное. Соперник многократно превосходит в мощи и выше. Похоже, был пропущен удар. Попал снизу Катинос. Рассечение у румынского боксера. Кровотечение. Катинос прихватывает канаты. Бой продолжается. Нет, нет, остановил рефери. Don't
Да. Мощный попался сегодня соперник Катинусу. Он обычно без какой-то оглядки, без избыточного пиетета действует с любым соперником и сносит с ринга очень здорово. Катинус молодчина. Чья-то капа улетела, кто-то пропустил удар. Толком не разобрать было в этой рубке, мясорубке. Валится Катинус. Это капа Эдвардса была. Мощнейшие лоу-кики пробивает Эдвардс. Справа попал в разрез Эдвардс. С большим трудом держится Рауль. Эдвардс довольно часто бьет в ногу. Катинус вторит своему сопернику. Действительно, как говорили они оба перед боем, наши манеры схожи. Было колено, левый боковой, правый, и Катинус катится. Помните, колбаской по малой спаской, но вот здесь по токийскому рингу он прокатился, и вот висит на канатах. Дальнейшее продолжение этого поединка рефери посчитал бессмысленным и даже опасным. Катинус считался фаворитом, но против вот этого парня ему не устоять. Бен Эдвардс, Австралия. Машина, каких поискать. Да, вот этот апперкот высек искру, из которой разгорелось пламя. Но рефери стоял не там. Раньше надо было бой останавливать.